Господь. Как вам книга, сэр? По-моему, слишком много подробностей. Мне больше нравится хаотичный сюжет. Хотя рецепт черной дыры неплохой. Рад слышать, сэр. Что там такое? Джеффри, что этот малец вытворяет? Да чего смешные. Сидят малютки и трут часами палку. Забавно. Проклятие! Джеффри, это же огонь! Я не повелевал, чтобы ему было дано такое. Огонь дарую я! Что это за эпоха, чтоб ее? Кажется, это за 200 тысяч лет до того момента, как они должны были его получить. Так потуши же его! Да, сэр. Пожалуйста, сэр. Проклятые нервы. Отправь их обратно в пещеру. Да, сэр. Всех. Ха, внезапный ход. Да, пусть напрягут мозги немного. Да ради всего святого! Теперь ты чего? Сэр, полагаю, это танец дождя. Мы забыли отключить засуху. Вот как? Ну ладно, ради бога, добавь им воды. Серьезно? Да. Засуха их довела. Я только с радостью, сэр. Милосерден бог, а? Столько эмоций из-за таких пустяковых мелочей. Не правда ли? Хоровод водит. Давай еще, Джеффри, побрызгай на них. Ты посмотри, смотри, что стало с надетыми шкурами. Повтори-ка еще раз, давай. Бесценно. Освободи чуму, Джеффри. Сэр? Освободи чуму. Сэр, Люцифер просто отправил эту самую фантастическую бутылку. Это 1976 Шатонев де Папе, сэр. Да, все в порядке. Ну, он также отправил свое обычное письмо, сэр, предлагая исправить ситуацию. И напоминаю вам, что если вы когда-нибудь захотите выскочить, у него есть полный боулинг. Вы видите это здание посередине? Ах, да. Эшли Тауэр, сэр. Подожгите его. Я хочу посмотреть, что они делают. Сразу же, сэр. Давай рубиться. Хороший выстрел. Вот так. Ох, посмотри на них. Они поднимаются по ступенькам. Бегает маленькими ножками. О, это довольно тепло. Это мило. О, хорошие маленькие ноги. Знаешь, они боятся огня. Они в ужасе от этого.
Посмотрите, послушайте, они бегут все время, весь путь, от низа до крыши. О, мы на крыше. Что мы будем делать? Что мы будем делать? Теперь нам нужно спуститься с крыши. Очень умно. Как вы думаете, что они там думают? О, я думаю, они думают о своих семьях, сэр. То, что они сделали неправильно в своей жизни, и что они могут сделать. Им дали возможность жить, сэр. Отправить в Тверти вещь. Всасывающая. Торнадо, сэр? Да, торнадо. Оно мне нравится. Сэр, они довольно необычные в городе, сэр. Кровавый ад, Джеффри. Я создал всю планету. Из дерьма я нашел плавание в космосе. Эти маленькие мопеды даже не нашли другие вселенные, которые я сделал в субботу вечером для удовольствия. Пошли к чертову торнадо. Сразу же, сэр. О, да. 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 Ладно, закрывай это, Джеффри. Выключи. Очень хорошо, сэр. Иисус мой человек. Попытка убить меня. Иди и получи этот тост. Мармелад? Мармеладный тост. Конечно, сэр. Немедленно. О боже. Может ли топливо, полученное из дельфинов, стать альтернативным источником энергии? Месяцы исследований и тысячи мертвых дельфинов привели ученых к выводу. Нет. А теперь к главной новости из Нью-Йорка, где благодаря одному мужчине совсем скоро произойдет историческое событие. Дорогой, я люблю тебя. Не облажайся. Запись готова. Волнуетесь? Волнуюсь. Айк берет интервью у Бога. Мир был поражен, когда в понедельник появилась новость, что сегодня в полдень Бог будет говорить с Айком Симмонсом, 31-летним страховым агентом из Куинса. Господь, я обращался к Тебе с самого детства. Это такая честь для меня, что Ты ответишь мне. Айк, я Твой Господь Бог, Создатель Вселенной. Можешь не подлизываться. Ух ты! Типичный человек. Мой клиент, Бог, заявил, что не будет отвечать на вопросы, которые касаются следующих тем. Смерть, смысл жизни, добро и зло, сотворение мира, молитвы, Библия и все, что касается религии. О чем тогда можно спрашивать? Кулинария. Когда готовишь курицу в глазури... Что лучше использовать, портвейн или сухой херес? Хороший вопрос, Сайк. Портвейн нужно добавлять на середине. Тогда глазурь будет более сладкой. Херес, с другой стороны... Прошлым летом у моей жены был выкидыш. Было ли это обязательной частью твоего вселенского замысла?
Это никак не касается еды. Почему одни печенья получаются идеально золотистыми, а другие сгорают и превращаются в уголь? И что бы они ни делали, они не могут быть счастливы. А ты смазывал противень? Бог, почему ты делаешь жизнь такой поганой? Я могу сказать, но ничего не изменится. Все равно через 20 минут ты будешь мертв. Чё? Прессе не удалось найти ничего заслуживающего внимания в биографии Айка Симмонса. Только заметка в его выпускном альбоме, гласящая: «Вряд ли способен сделать что-нибудь важное». Нет. Я хорошо себя вел. Я не Санта-Клаус. У меня жена. Она тоже умрет. Все умрут. А вашей вселенной сегодня наступит конец. Это конец света? Все было ради этого? Мне нужно расчистить место под новый проект. Но миллиарды людей просто... Ты сам сказал, у них поганая жизнь. Я создам лучший мир с новыми людьми. У мужчин будет по два пениса. Тогда ответь на вопрос. Почему я? Почему ты говоришь это мне? Ты самый обычный человек. Да я слышал это уже! Но это и есть ответ. Ты был выбран, потому что ты самый обычный человек, с какой стороны ни посмотри. Средний интеллект, средняя привлекательность. Ты самый средний человек на Земле. Было сложно выбрать между тобой и индусом по имени Анджай Катари. Ты самый заурядный человек. Кто, если не ты, может представлять человечество? Айк, ты пришел сюда, чтобы передать мое послание миру. Скажи всем, что несмотря на то, что вас ждет кровавый кошмар и взрывы, которые разобьют землю в дребезги. Да. Мне жаль. Некоторые считают, что на этом интервью Бог объявит о выходе своей новой книги «Новейший Завет». Кинокомпания Warner Brothers уже ведет переговоры о киноадаптации с Райаном Гослингом в роли Бога. Дорогой, я люблю тебя. Не облажайся. Забудь о моих извинениях, Айк. Знаешь, что поднимет мне настроение? Уничтожение Вселенной. У вас осталось 30 секунд. 30. 29. 28. 27. 26. 25. Дельфины не топливо. 24. 23. 22. Стой. Топливо из дельфинов! 20. Я понял! 19, люди ужасны! И 18, мы убиваем друг друга! 17, и издеваемся над дельфинами ради 16, энергии! 15, но именно поэтому тебе 14, не нужно уничтожать мир! 13. Мы можем 12, сделать это за тебя! 11. Тебе 10, не придется пачкать руки. Мы 9, сами мастера в этом. 8, это не займет много времени. 7. Если мы будем 6, и дальше жить, то мир и так будет 5, уничтожен через несколько поколений. 4, тебе и пальцем шевелить не придется. 3. 2. Я скоро хочу начать новый проект. Ты обещаешь, что вы уничтожите Землю в ближайшее время? Богом клянусь. Срочные новости! Только что появился Айк Симмонс, и он готов сделать заявление. Господин Симмонс, канал CBN. Скажите, пожалуйста, Господь поведал вам о тайнах мироздания? Что ждет человечество, господин Симмонс? Расскажи нам, что тебе сказал Бог. Что же сказал Бог? Отличная работа, продолжайте. He...